Налоги на бездеятельность в России. Продолжаются споры вокруг так называемого налога на тунеядство, который предлагает ввести Минтруд. Трудоспособные граждане, которые официально не зарегистрированы на работе, будут платить налог в бюджет страны. Была озвучена и сумма, которую работающие в тени граждане должны будут ежегодно отчислять в казну – 25 тысяч рублей. 15 тысяч в пенсионный фонд, а 10 тысяч на оплату полиса обязательного медицинского страхования. Вице-премьер Российской Федерации Ольга Голодец сообщила, что законопроект в ближайшее время рассмотрят в Совете Федерации. Стоит ли рублем наказывать бездельников? Об этом сегодня поговорим с проректором Академии труда и социальных отношений Александром Львовичем Сафоновым. Здравствуйте. Итак, в чем заключается проект закона, ради чего он рассматривается? Так у нас экономика сложилась, что достаточно большое количество людей находится в сером рынке труда. По данным статистики, это где-то приблизительно 15 миллионов человек. Есть и более такие, так сказать, серьезные оценки, до 20 с лишним миллионов, но тем не менее будем вот оперировать этой цифрой. И вот за эту категорию людей никто не уплачивает никаких взносов. Но тем не менее, так сказать, они являются по действующему законодательству пользователями услуг в области здравоохранения, в первую очередь. То есть, конечно, больничные им никто оплачивать не будет, но, например, так сказать, они имеют право пойти и получить услуги в поликлиниках, больницах, если, так сказать, им это понадобится. И тогда вопрос, а кто за них платит? И, опять же, по нашему законодательству, за неработающее население платит бюджет субъекта Российской Федерации. Когда человек, который по объективным причинам, собственно говоря, так сказать, не работает, это инвалиды, например, да, так сказать, лица, которые ухаживают за нетрудоспособными членами семьи, но они вот бы освобождались, так сказать, от уплаты налогов, а все остальные люди, которые работают вот, и получают доходы серые, с которых не уплачиваются никакие налоги, да, они все-таки были бы обременены вот такого рода платежами. Как распознать тех, кто хочет работать, но не может, и тех, кто просто бездельничает? Есть вот четко, так сказать, понятные категории, которые действительно не должны подпадать под действие этого закона. Первое – это инвалиды. Есть, так сказать, лица, которые потеряли работу. Если человек встал на учет службы занятости, зарегистрировался, то, естественно, этот налог должно платить государство. Безработные, они люди, которые действительно потеряли работу, у них нет источников дохода. Кстати, так сказать, есть несколько критериев определения человека как безработного. Да, это методология Международной организации труда разработана. Это критерий то, что он не имеет работы, не имеет дохода. Ну и как, на ваш взгляд, сколько денег вот в результате принятия такого закона получит государство? Если бы мы всех занятых в сером рынке труда, там 14-15 миллионов человек, побудили, простимулировали платить взносы в государственные внебюджетные фонды, то эта общая сумма могла составить почти там, 3 триллиона 800 миллиардов рублей. То есть это очень большая сумма, практически это там, 50% бюджета пенсионного фонда. Так что же это, ущемление прав или социальная справедливость? Ведь есть те, кто не пользуется благами государства. В большей степени это все-таки выстраивание социальной справедливости, потому что сейчас никто не задается вопросом, а почему, собственно говоря, те, кто работает, платят за тех, кто может платить, работает, да, но не платит. Да? То есть фактически, так сказать, это восстановление справедливости. Что касается того, что есть определенная категория лиц, которые не хочет пользоваться государственными услугами. Здесь тоже, так сказать, есть варианты, которые можно прописать в действующем законодательстве, взять опыт тех же самых зарубежных стран. Ну, если вот твои доходы, да, которые ты получаешь, да, они складываются из наследства, например, да, или из ранее полученных накоплений в результате трудовой деятельности, ну, наверное, должен быть подписан какой-то договор между представителями государства и вот этим конкретным человеком, что он не получает, например, полис ОМС, да, и тогда он за счет своих средств платит деньги в дополнительное медицинское страхование, да, и оплачивает эти услуги самостоятельно. Но в том числе и касаясь вопросов пенсии. Да, то есть он просто должен отказаться тогда от получения там, социальной пенсии. И в этом смысле, так сказать, тогда вот социальная справедливость она будет установлена в полном объеме. Ну, а кто все-таки может увильнуть от такого налога и просчитывался ли негативный эффект? Это как раз самая большая проблема, связанная с негативным эффектом. Во-первых, как я уже сказал,
все предыдущие попытки государства, например, стимулировать легализацию занятости через снижение тарифов, уплачиваемых в государственные внебюджетные фонды, к сожалению, не закончились ничем. Да? То есть и тенденция роста серой, так сказать, скрытой занятости, к сожалению, налицо. Да, поэтому нам надо понимать, что вот этот опыт негативный есть. Что ж, Александр Львович, благодарю за то, что нашли время для этого разговора. Ну, а в гостях у нас сегодня был проректор Академии труда и социальных отношений Александр Львович Сафонов. Спасибо.